Новозаполярном лидеры первичной профсоюзной организации встретились с коллективом нефтегаздобывающего управления. Работники основного производства на разговор, как правило, приходят с многочисленными вопросами, разбор которых по давней традиции предшествует ежегодной встрече с генеральным директором. В доверительной обстановке в этот раз обсудили безопасность на транспорте, производственные, бытовые условия, общественное питание. Всего 21 вопрос, из которых половину оказалось возможным решить на месте. Иногда они возникают там по причине, например, какого-то недополучения информации. Эту информацию мы предоставляем, вопросы снимают сами собой. Но такие ключевые, системные, я скажу, да, вопросы, они требуют коллективного рассмотрения администрации общества, и поэтому они собираются, протоколируются и направляются в соответствующее подразделение. В этом году к системным отнесли ряд вопросов, среди которых предложение по уплотнению времени рабочей вахты за счет сокращения количества выходных праздничных дней. Существует мнение, что на непрерывном и опасном производстве долгий отдых – не лучшее решение. Дмитрий Дугинов, Заполярное месторождение.